О кадровом состоянии госаппарата региона рассказали сегодня представители Департамента агентства по делам госслужбы. В ведомстве подвели итоги первого полугодия, а также отметили важность соблюдения этики государственного деятеля. Подробности в нашем следующем материале. В настоящее время департамент планомерно работает над реализацией политики в сфере государственной службы. По состоянию на 1 июля 2021 года фактическая численность госслужащих региона составляет 4402 человека. Вакантными считается 562 должности, что составляет 11% от общей численности штата. Средний возраст госслужащих Приртышья 41 год. Стаж работы составляет 11 лет. С каждым годом наблюдается улучшение кадрового состава госаппарата области. 88% служащих области имеют высшее образование, 20 более одного высшего. В системе госслужбы с ученой степенью кандидатов и докторов наук 6, 5 выпускников программы Балаша и 17 госслужащих, окончивших Академию государственного управления. Одной из приоритетных задач департамента остается внедрение принципов меритократии, то есть обеспечение штата госслужащих наиболее достойными и компетентными сотрудниками. Для этого проводятся регулярные курсы повышения квалификации, а также внутренние конкурсы. За отчетный период повышения должности получили по итогам внутреннего конкурса 67 человек или 77% служащих. Также назначено в порядке перевода на вышестоящие должности 31 человек. Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на заседание приглашаются наблюдатели. Им может выступить каждый совершеннолетний гражданин. Это дает кандидатам возможность пригласить на собеседование своего наблюдателя, предварительно уведомив об этом секретаря конкурсной комиссии. Доля участия наблюдателей на заседаниях конкурсной комиссии в области составляет 100%. Из них 54% – работники уполномоченных органов по делам государственной службы. Таким образом, институт наблюдателей повышает доверие со стороны граждан и позволяет привлечь на госслужбу наиболее квалифицированных и талантливых специалистов. Изменением подверглась система организации испытательного срока для кандидатов на службу в госструктурах. Если ранее он устанавливался для всех госслужащих без исключения, то сейчас для повторно поступающих лиц испытательный срок отменен. Исключение составляют ранее уволенные сотрудники по результатам оценки их деятельности, испытательного срока, итогов аттестации, либо по отрицательным мотивам. Система сдачи тестирования на знание законодательства также претерпела ряд изменений. С учетом большого количества непрохождений граждан тестирования на знание законодательства, 2 раза сокращены сроки повторного тестирования. В случае получения отрицательного результата тестирования, гражданин может сдать повторно не менее чем через 15 календарных дней со дня прохождения тестирования. В связи с введением в действие с июля административного процедурно-процессуального кодекса вместо вопросов на знание законов об административных процедурах о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц будут тестироваться на знание нового документа. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести реструктуризацию госаппарата с целью повышения заработной платы и исключения коррупционных рисков. На сегодняшний день в регионе проведено сокращение 25% штата сотрудников. Что касается местных исполнительных органов, как нам сообщили в областном акимате, ожидается соответствующее решение главы государства, где до конца текущего года планируется сокращение госаппарата региона на 15%, в следующем году на 10%. В ведомстве отметили динамику снижения числа обращений граждан в отношении деятельности госорганов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первое полугодие поступило 67 обращений, тогда как в прошлом году поступило и рассмотрено 115 обращений, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Большое значение в обеспечении прозрачности работы играет Совет по этике, который с начала года провел 7 заседаний. Членами Совета был рассмотрен 101 вопрос, возбуждено 56 дисциплинарных дел. Александр